Когда не шкабинет, в общем, настоящее зажигает на какую-то другую там жизнь. Или вот в этом есть там большое преимущество этих дней. Но последнее, ну, хорошее настроение. Вот вы прочитали книгу одним человеком, а проснулись другим, но таких книг практически нет. И большое счастье, если такая книга вам нужна в момент времени, нужно на время это попадать. Как понять, что я это могу прочитать? Он говорит, вам это художественная книга Тарпунин, многим нравится. А Генри перечитывал с удовольствием. Или Алистер Маркин, Простите, в туалете.